студии у нас появилась гостья. Это Александра Ремезова, мастер по афрокудрям. Но сегодня мы не про кудри поговорим. Сегодня мы поговорим про то, как можно сделать себе очень быстро на выход вечернюю прическу при помощи хвоста. Доброе утро, Александра. Женю мы уже подготавливаем к этому процессу. Женин хвостик вы, Александр, собираете в пучок. Да. Рассказывайте, пожалуйста, как можно самостоятельно себе сделать шикарный хвост на выход вечерний? Ой, да все просто. Собрали волосы в хвост. Так. Либо же в пучок, если цвет волос не подходит, либо структура. Как да, вот у меня сейчас. Потому что если мы попадаем в цвет и в структуру, не обязательно собирать в пучок. Структура, это мы имеем в виду, там блестят, не блестят волосы, что прямые, еще? Прямые, либо кудрявые. Кудрявые, да, понятно. Поэтому стоит лучше их, конечно же, собрать. Все, ну, будем считать так. Женя, значит, отрастила волосы, сделала себе небольшое милирование, и поэтому вот этот отросший хвостик у нее такой блондинистый. Отросший хвостик, хвостище целое. Почему-то, знаете что, я сейчас сразу, когда... А может быть, мы немножко развернемся к, да. к камерам, потому вот что так, вот пучок. Сделаем. Нет, совсем не надо. Не, нормально. Спиной. Вот так. Мне кажется, боком можно, да? Так, да? Видно? Боком. Вот так, я думаю, будет нашим зрителям видно. Итак, пучок, который уже не получился, он просто обвязывается, получается, вот этими... Ленточками. Ленточками, да? Ну, это выглядит странновато. Я сразу почему-то вспомнила про Олю Бузову, не знаю почему. Почему? Ну, видимо, потому что у нее тоже такой же белый хвост, а тут вот вначале у нее разноцветно периодически бывает. А расскажите нам качество волос этих, вот что с ними можно делать? Можно ли их покрасить под родной цвет? Можно ли их постирать или помыть? Как вообще за ними ухаживают? Ну, покрасить точно нельзя, потому что это искусственный материал, он не поддается окрашиванию. Угу. Ну, мыть, конечно, их можно шампунем. А хорошо, а вот мы их помыли, допустим, как их потом сушить? Просто феном с расческой или без расчески? Потеряют ли они вот такую свою вьющуюся форму после помывки? Может быть, вот эти лучше подойдут? Да, посмотри, мне кажется, что вот все-таки, которые... Темные, да? Да. Угу. Подождите, а вот это мы как-то будем закрывать чем-то? Не знаю, как-то скрывать это, как это можно? Больно. Это же не совсем нормально, что вот эти вязочки торчат. Это, знаешь, представь, как будто это бантик. Ну, вообще это бантик. А, то есть это бантик, так и запишем. Запишем как бантик. Просто я видела накладные хвосты у девушек. Может, мы попробуем все-таки темное приделать? Как будто бы это их родные хвосты, потому что вот эту часть вот так вот... Ее можно, наверное... Накручивали, да, волосом, да, и получалось прям очень естественно. Ну, у нас вот немножко непопадание, конечно, в тон волос. Немножко, да? Скромно, ты оптимист. Да, я оптимист, я решила сгладить. Немножко это, если бы мы взяли тот, который у тебя в руках. Так, значит, это искусственный волос. Да. Да? А, насколько он безопасен? Для наших волос? Да. А в принципе, в носке, вот смотрите, искусственный волос очень быстро воспламеняется. Да? Ну, не будем проверять. Всего, да. Мы не будем проверять, но есть такой факт. Я тоже не проверяла. Да, есть такой факт. Да, поэтому все-таки поосторожнее. Но это же синтетика. Синтетика, конечно. Угу. А мыть его как? Как его можно помыть? Шампунем. Обычный шампунь, ополаскиватель потом, да? Бальзам. Да. Я уже задала этот вопрос. После помывки, насколько он сохранит форму? Ну, вот сохранит. Вьющиеся 100%. Останутся вьющимися, да. Те, которые у Татьяны в руках вот, ну, будут прямыми. Нужна ли дополнительная какая-то там сушка феном протягивать их там? А вообще, кстати, нет. Чесать их можно? Да. Не останутся весь этот прекрасный хвост на руках? Нет. Тань, не тебе останется. Там сзади виднее, там ты по-прежнему думаешь, что так до конца эфира и пойдет? Я считаю, что это не твои волосы. Если бы ты на какой-то вечеринке появилась вот с таким хвостом, я бы очень изумилась этому обстоятельству. Так все-таки, может быть, пока не поздно перекрепим на темный? Я вот тоже думаю, может быть, мы, да. Вот у нас давайте снимать его, перекрепим вот на тот. У нас еще есть время. Давайте попробуем теперь темненький. Давайте, подождите, я покажу все-таки, что получилось, да? То есть это вот такой вот вариант.
Жень, ну в этом что-то есть, конечно. Да? Иго-го! Вот что в этом есть, да? Так, сейчас мы попробуем, да, переделать все. Скажите, Александра, а можно ли их накручивать или, наоборот, утюжком распрямлять? Как они поддаются этому воздействию? Некоторые поддаются, у них есть термоволокно, и можно и накрутить, и выпрямить утюжком, но не на высоких, естественно, температурах, потому что можно подплавить искусственный волос. А как нам понять, какой хвост подходит под такое воздействие, какой нет? На них написано, эти можно отутюжить. Опытным путем. Обычно, да, чуть-чуть на конце, если попробовала, то... И снова возвращаемся к фразе Тани, они хорошо горят. То есть ты пробуешь, если не случилось, значит ничего страшного. Ну а как тебе, вот смотри, волосы длинные у тебя, Женя, сейчас, да? Как тебе, оттягивает, не оттягивает, насколько комфортно? Тяжело. Он тяжелый, но не сказать, что это прям вот какая-то такая тяжесть, с которой ты, ну, которой тебе хочется. Знаешь, бывает ощущение, что, ой, снимите это немедленно, невыносимо. Здесь просто тяжеловато, 2-3 часа, конечно, с этим можно походить, да? Да, вполне. Так. Выглядит... Мы просто хотим показать, а Иван тут спрашивает, вам не слышно, насколько, что мы перепутали хвосты. Мы просто разные хотим варианты показать цветов. Давайте вот этот вот, наверное. Темный, да. Надеюсь, да, то, но я смотрю, что у некоторых хвостов-то, Александр, есть еще какие-то элементы вроде косичек, да? Да. Тут можно встретить какие-то еще декоративные вещи, да? И они еще и накрученные сразу. Но его можно вытянуть, будет прямым. Вытянуть феном, не утюгом. Давайте. Утюжком. Приделывайте. Вот это точно можно. Вот видите, Александра в этом понимает, она говорит, вот этот вот пощупала, точно вот можно. Этот можно утюжком. А вот этот легче. Да потому что он и короче, он, да, и короче. А, его еще просто не прикрепили. Да, Александра, подскажите мне, пожалуйста, вот этот хвостик эстетичнее всего в какой части головы закреплять? Вот уже не такой, ну, средний пучок. Ну, скажем, не низкий и не высокий, да, средней высоты пучок. Как хорошо смотрятся эти хвосты? Ну, смотрите, это же зависит от формы головы. Так, вот расскажите нам об этом. Как по форме головы подбирать высоту пучка? Если голова все-таки, ну, более круглая, да, круглая, то лучше сделать повыше его, где-то здесь, чтобы вытянуть. Если же голова, наоборот, очень вытянутая, то лучше все-таки пониже его прикрепить, чтобы не вытянуть еще сильнее силуэт и, ну, естественно, лицо точно так же. Это же все в образе вместе смотрится. Ну вот, Жень, смотри, мне кажется, все-таки тебе лучше с темным. Мне тоже так кажется. Издалека так вообще как будто твой. Я заодно сейчас, да? Я заодно сейчас и в очередной раз убедилась, что все-таки, наверное, в блондинку... Не стоит. Спасибо огромное. Мы говорим Александре Ремезовой, мастеру по афрокудрям. Сегодня мы попробовали сделать быструю прическу для вечернего выхода. Потребовался нам только хвост. Посмотрите, какое разнообразие хвостов, какая фактура. Все это искусственный волос. И, в принципе, если... вы правильно это все научитесь прикреплять, то вам будет комфортно в течение всего вечера. Спасибо нашей гости. Вам спасибо.